Хочется поделиться впечатлениями от встречи с песней «Лебединый путь» с видеотекстом. Этот фильм подарил ощущение полета, радости, счастья, такой невесомости и встречи с вечностью. Родилось открытие, что человек рождается, как птица для полета. Чтобы жить в этом полете, чтобы жизнь его была, как вечный полет, полет к счастью. И такое открытие, это такое открытие счастливое, радостное. Хочется так жить всегда. Спасибо большое авторам за это произведение.